сейчас он установит. Слушай, когда мы доедем, а? Да вот что-то сам не пойму. Давно уже должны были на трассу выехать. Посмотри свою сотку, тебя ловят? Да откуда здесь связь? Нет, не Что случилось? Ты знаешь, мне кажется, мы здесь проезжали уже недавно. Кружим в одном месте. Ну и что я тебе говорила? Что ты говорила? Я тебе говорила не съезжать с той трассы. Да я срезать хотел, тебе объяснял уже. Ну молодец, срезал! Да помолчи ты, без тебя тошно. Мама, когда мы приедем? Ты у папы спроси, он знает. Папа, когда мы... Не ной, сынок. Успокойся. Капитан и не плачет. Все, успокойтесь, скоро выберемся. Твое скоро уже с утра продолжается. Ему поесть надо. Ну сколько можно по этой степи? Помолчишь ты сегодня или нет, а? Пожалуйста. Выйдем на трассу, там и покушаем. Все, успокоились. Сказал, выберемся, значит, выберемся. Что за хрень? Может, бензина нет? Да нет, полбак. Твою мать. А если не заведется? Пешком пойдем. Я серьезно. Я серьезно. Да заведется, успокойся. Сделай хоть что-нибудь. Какого черта мы здесь торчим? Надоело уже. Слушай, закрой рот, а? Сядь в машину. Да у меня уже задница квадратная сидеть. Слушай, не ори, а? Ты можешь не орать? Ты знаешь, что мне, как и тебе, надо в город. У меня куча дел в городе. Да из-за твоих дел мы поперлись в объезд и застряли здесь. Еще и ребенка втянул. Слушай, я тебя очень прошу. Ты можешь помолчать, а?
Ты можешь помолчать хотя бы раз, а? Я тебя очень прошу. Ради меня. Да я уже много чего ради тебя сделала. Все время, пока мы вместе, я живу ради тебя. Я страдаю ради тебя. Ты хоть что-нибудь сделал ради меня или ребенка? Неудачник. Чего? Неудачник. Ты опять начинаешь? Неудачник. А ну заткнись. Ну что ж ты сделаешь? Ты даже в своих делах нами прикрываешься. Мам, я пить хочу! Слушай, не заводи меня. Тряпка! Есть тут кто?
спокойно, спокойно. Извините. Я жену ищу. Вы извините, что без приглашения. Дело в том, что мы потерялись. У нас машина сломалась. Да-да, я знаю. Я слышал, как ты сигналил ночью. Присаживайся. Чайку попью. Мы тебя ждали. Кто мы? Здрасте. Здороваться надо. А то не по-человечески как-то. А ты садись. Скажите, вы женщину с мальчиком не видели? Я никого не видел. Может, ты что-нибудь знаешь? Она тоже никого не видела. Ну, ты не переживай. Может, они где-то здесь рядом. Пока ты спал, они пошли дорогу поискать. Вернуться. А откуда вы знаете, что я спал? Ну, обычно всегда так происходит, когда человек теряет дорогу. Усталость, что поделаешь. Угу. Вы не скажете, где здесь трасса? А то, по моим расчетам, мы еще вчера должны были на нее выехать. Здесь легко заблудиться. Кроме зимовок и старых могил в округе ничего нет. Пешком не выберешься. А позвонить есть откуда-нибудь? Да не надо тебе звонить. Ты не обращай на нее внимания. Она шутит. Просто неоткуда здесь звонить. Ну, я пойду. Спасибо за чай. Извините, мне надо своих идти искать. До свидания. Ну, иди. Может, найдешь.
Ты как сюда попала? Ты как оказалась здесь? Объясни мне, а? Я пришла посмотреть, как ты. Слушай, утром я пошел искать трассу. И опять оказался здесь. Объясни мне, что происходит? Я не могу найти ни сына, ни жену. Может, ты мне скажешь, куда они могли пойти здесь, а? Может, ты видела их? Ну, скажи мне. Наверное, они ушли от тебя. В каком смысле ушли? Что ты имеешь в виду? А? Ты их видела? Где они? Ничего я не знаю. Отстань. Лишь зовем. Да кого вы зовете? Да кого вы зовете? Хозяин!
Тебе нужна вода? Вы напугали меня. Бывает. Вас тут только что не было, я искал вас. Кстати, я тут. Как твоя семья? Не нашлись еще? Нет. И машина никак не чинится. Если хочешь, можешь переночевать у нас. А нет, нет, спасибо. Я лучше в машине. Вдруг семья вернется или попутка проедет. Ну, мое дело предложить. Простите, а вы знаете, я сегодня утром пошел искать трассу, шел по прямой километров 10, никуда не сворачивал и опять очутился возле машины. Вы не могли бы объяснить, как это получилось? Ну, я же тебе сказал, здесь легко заблудиться. С ней так бывает на закате. Я должен идти. Кто здесь? Тебя.
выспался? Пойдем со мной. Отец зовет кушать. Твою мать. Что ж вы так пугаете-то, а? Говори громче, не слышно. А он что, отец тебе? Боишься у Кати? Слушай, а как вы тут живете-то, а? Ну, я в смысле имею в виду, здесь же нет никого, скотины даже нет. А? Мы не отсюда. Так останавливаемся иногда. Здесь живут наши родственники. А. Тут я смотрю, на сельчан-то вы не похожи. А откуда вы? Ниоткуда. В смысле? В прямом. Не ищи ответ, который может огорчить тебя. Слушай, а тут собака такая черная бегает. Ваш? Это мой пес. Странно у вас тут. Семья пропала. Трассу найти не могу. Машина не заводится. Попуток нет. Вы можете сказать мне, где я? Я же тебе говорю, ты заблудился. Да это я уж понял. Но вы тоже поймите. Мне ехать надо. Семью найти и ехать. Меня в городе ждут. Да, это очень хорошо, когда тебя ждут. Послушайте. Ваша дочка сказала, что вы не отсюда. Тогда что вы здесь делаете? Да так. Ждем кое-кого. Старик, ты кончай загадками-то говорить. Да какая тут загадка? Просто ждем. Кого вы ждете? Я же тебя не спрашиваю, почему ты поехал не по трассе, а в объезд. Что-то не так? А? А, нет. Показалось. Кстати, я хотел спросить у вас по поводу закрытой комнаты. Я случайно проходил мимо, просто обратил внимание. Зачем она? А мы ей почти не пользуемся. Я ее там закрываю. Иногда. Когда у нее приступы? Какие приступы? А так. Легкая лихорадка. Ну так она нормально. Хорошей женой будет. Извините, не дело. Спасибо за чай. Постой. Может, я чем-то смогу тебе помочь? Дорогу покажете?
Попробуем. Когда пойдем? Может, прямо сейчас? Давай. А ты это, колеса закати в дом. Зачем? Ну, вдруг машину укатит. Кто укатит? Да так, на всякий случай. А. Я быстро, вы только не уходите, дождитесь меня. Второе колесо зачем? Да так, на всякий случай. Чтоб спокойнее было. А. Куда поставить можно будет, а? Закати их в дом. Все, можем идти. Пить хочешь? А? Нет, спасибо. Ну тогда пошли. Послушайте, если мы сейчас выйдем на трассу, я поймаю попутку, поеду в город, а завтра вернусь за машиной. Я вам заплачу. Хорошо заплачу. Вы только присмотрите за машиной и за колесами. Хорошо. А как же с женой и с сыном? Да я думаю, что они уже давно в городе. Просто еще вчера, когда мы заблудились, мы стали с женой ругаться. Я думаю, что она обиделась. И под утро они ушли домой. Поймали попутку и уехали. Постойте! Давайте передохнем немного. Современный образ жизни или несовершенство творения? Что? Устал, говорю? Да. Пойдем, пойдем.
А мои могли пойти в эту сторону? Все может быть. Пойдем, немного осталось. Что это? Обрыв. Сам вижу, что обрыв. А трасса где? Была здесь. Значит, что-то произошло. Ты же обещал меня вывести на трассу. Я не обещал. Я сказал, попробую. Ну, не получилось. Значит, не суждено. Да ты так сильно не переживай. Как это не переживай? Как это не переживать? Да у меня семья пропала! Меня в городе ждут! Не переживай! А я здесь что делаю? Красотами, что ли, любуюсь? Слышь, ты, старик, ты мозги-то мне не пудри. То терпение-то мое кончится. Возьми себя в руки, слабак. Этим вы отличаетесь. Любите, ненавидите, боитесь. О чем это ты? Просто об этой жизни. Не переживай. Они здесь? Кто? Жена моя и сын. Их здесь нет. Ты их видела? Я никого не видела. Ты садись. Успокойся, чаю попей. А почему ты решил, что они вернулись? Потому что ту же записку, которую для них оставлял, ее на машине нет. Остается одна из двух. Ее взяли ли они, или вы. А себя ты, конечно, исключил. Слушай, ты, старик. Мне сейчас не до смеха. Ты меня сегодня уже посмешил. Спасибо за трассу. Нам твоя записка даром не нужна. Слушай. Положи машину. Я же слышал вас. Где вы? Где?
спрашиваешь? Опять ты. Она пошла отсюда. Она пошла отсюда! Она пошла! Пошла отсюда! Мой капитан. Кто здесь? Сынок? Сынок? Сынок! Сына! Сына! Сынок, я тебя сейчас открою, потерпи. Сейчас.
Сыночка! Сынок! Сынок, ты здесь? Тебе надо поесть. Пить хочешь? Лежи.
тебе лучше лежать. Я сам знаю, что мне лучше. Не надо трогать меня. Где твой отец? Ушел. Скоро вернется. Сейчас кое о чем спрошу. Не вздумай врать мне. Где моя семья? Она ушла от тебя. Ты не найдешь их. Я теперь вместо нее. Заткнись, тварь. Что вы с ними сделали? Спрошу, что вы с ней сделали? Нам будет хорошо вдвоем. Оставь ее. Она тебе ничего не скажет. У тебя есть какие-то вопросы ко мне? Да черт побери. У меня есть кое-какие вопросы к тебе. Где моя семья? Кто сжег мою машину? Это тебе лучше знать, где они. Я к тебе сторожить их не нанимался. А машину я твою не трогал. Ты мне сразу не понравился. Знаешь, сразу всем понравится, как-то не получается. Практически невозможно. В этой комнате я нашел вещи своей жены. Интересно, как это они там оказались, а? Кто-то мог принести. Да! Не обязательно я. Слушай, а может это она? Кроме тебя ее здесь ведь никого нет. А ты опять себя из этого списка исключаешь? Слушай, ты, старый урод, что ты с ними сделал? Ну-ну, полегче с оскорблениями. Гнев мешает контролировать сознание. Ты успокойся, успокойся. А ты меня не успокаивай! Ты меня не успокаивай! А то что? А то! Где моя семья? Откуда здесь это? Я говорю, откуда здесь это?
я. Посиди, подумай пока. Я теперь вместо нее. Здесь.
хотел узнать правду. Сейчас ты узнаешь все. Ты удивлен? Пришло время ответить на твои вопросы. Этого не может быть. Откуда тебе знать, что быть может, а что не может? Да, кстати, то, что сейчас происходит, не плод твоего больного воображения. Я не часть твоих фантазий. Она тоже. Ты тут как-то спрашивал, видели ли мы твою семью? Так вот, видели. Я даже знаю, где они сейчас. Где? Они далеко. Очень далеко. Вернее, их сущность. Их настоящая суть. А здесь осталась лишь оболочка, закопанная в земле. Ты хочешь сказать, что... Да, да. Именно это тебе хочу сказать. Они мертвы. Вернее, убиты. Это ты их убил? Нет, 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 нет. Хотя я для кого-то плохой, но я не убиваю. Но я тебе скажу, кто это сделал. Кто? Ты. Ты их убил. Что ты несешь? Собственными руками. По своей воле. Что ты несешь? Без принуждения. Ты так захотел. Захотел и сделал. Может, это было спонтанно, быстро, все равно. Может, ты не намеревался так поступить. Все равно, ты это сделал. Я не убивал. Иди к машине. Там ты найдешь доказательства моих слов. Знаешь, твой сын был еще жив, когда ты закопал. Впрочем, это уже не важно. Это неправда. Это неправда. Я не убивал. Это не я. Это ты! Это ты! Это все из-за тебя! Это ты! Ты! Это ты! 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 Не трать силы. Еще чуть-чуть, они тебе будут нужны. Куда пропал? Это не я. Это неправда. Ты заблудился. Извините, я. Проблемы были небольшие. Ты сбился с пути. Как собираешься возвращать мне долги? Она без пути, мы. Это вы. Мне надо времени. Ну, немного времени, я отдам. У меня есть другая идея. Ты привозишь товар, я списываю твои долги. Да, конечно, без проблем. Все исполню, лучше видеть. И это не потеряй окончательно мое доверие.
ты сам это выбрал. Все, что нужно, объяснять. Свободен. Ты даже в своих делах нами прикрываешься. Тряпка! Заставлял уходить от реальности. Где вы? Здесь мы должны были встретиться. Мы появляемся, когда нам нужно. Не понял. Ты что здесь делаешь, а? Правда, мы иногда вам подсказываем, как поступить. Возможно, чуточку приукрашиваем. Но не более. Окончательный выбор всегда за вами. Чистого огня. А вы из глины, из грязи. Мне даже нравится, что вы это считаете сказкой. Забывайте, что мы все равно вернемся к высшему судье. А если не забываете, то ищите оправдание своим поступкам.
прощание хочу сказать тебе кое-что. Вот вы, люди, рисуете нас такими ужасными, с рогами, с хвостиком. Сочиняете про нас рассказы, называете падшими ангелами, демонами. Но это ваши фантазии. На самом деле, все гораздо прозаичнее. Мы не имеем власти над вами. Просто мы хорошо знаем ваши души и сердца. Знаем слабые стороны. Ваши страсти и сомнения, любовь и ненависть, страх и зависть, жадность и честолюбие. Вот что губит вас. Это его машина. На камеру сними. Я просто не мог упустить такого момента. Я с удовольствием посмотрю, как ты встретишь то, к чему шел. Но знай, это еще не конец. Там какой-то дом. Может, он там? Простит ли он тебя? Вряд ли. Вот ты где. Заискались мы тебе. Где груз? Прости меня. Че? Я заблудился. Эй, ты что гонишь? Где груз? Я заблудился. Ты что кинуть нас решил? Сними здесь все. Хорош коси. Говори, куда дел. Я заблудился. Прости меня. Пробей его.
Я нашел. Тут в ведре еще. Твою мать. Ты это снял? Крыша поехала. Что делать? Ясно. Тащите в хату его. Камеру, да? Вали его. Я заблудился. Прости меня. Господи. Прощения-то просил. Да просто с ума сошел.